Несколько десятков тысяч продуктовых наборов получили школьники Химок. Молоко, фрукты, консервы и сладости приносят прямо на дом. Перечень необходимых товаров сформировали по опросам Министерства социальной защиты населения. Более 5000 наборов выдали детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Родители, которые отказались принимать визитеров в период пандемии, получат продукты после отмены режима самоизоляции или денежную компенсацию. Напомню, что по распоряжению губернатора Подмосковья продуктовыми наборами обеспечивают учеников, которые получали бесплатные обеды в школах перед началом всеобщей изоляции. Развоз продуктов на личном контроле химкинских властей. Всего семьи Химок получили 23 тысячи таких наборов.